Однажды в составе советской делегации я приехал в Будапешт. Вечером венгерские коллеги пригласили нас отдохнуть в маленький бар. И так случилось, что еще два вечера подряд приходил я в этот уютный зал, чтобы, не отрываясь, слушать рассказ об удивительной жизни. Йоэстет, Йоэстет. Дансы? Танцую. Пописа сони рухот на сиру баргбам, лакха сони катхондагу. Экед ветеш керемеш суро хазаш киван. Танцую. Мурашон. Не перуюн. Тописа сони рухот на сиру баргбам, лакха сони катхондагу. Окей, две тешки, или меж суро казаш такива. Танцы. Эрилок ход у друзей хейтем, а совет в них. Дорогие друзья, мне приятно вам сообщить, что сегодня в нашем баре находятся гости из Советского Союза. Добрый вечер, дорогие друзья! Мадам Кёбец рада вас приветствовать в нашем замечательном баре. Желает вам отличного отдыха и хорошего настроения. Танцуем, друзья, танцуем, танцуем!
Как вам понравился наш коктейль? Вкусный? Даже очень? Я не сомневалась. Каждому человеку, вернее, мужчине, я наливаю то, что нужно, даже не спрашиваю. Откуда знаю, что нужно? Секрет фирмы, как говорят империалисты. Еще налить? Не надо. Почему? О, что я болтаю. У русских очень серьезный, неулыбчивый министр финансов. Мало денег дает на командировочные или... Иштван, как это по-русски? Зарубежные. Откуда я знаю по-русски? А почему вы в Будапештской барменше не говорите по-русски? По-английски можно, по-французски можно, по-немецки можно, по-русски нет. Ах, все-таки можно, спасибо. Ну а почему вы сидите и не так? Вам что же, не нравятся наши венгерские барышни? Ах, нравится даже очень. Тогда в чем дело? Изучаете, что такое здесь дискотека? Русские, все так основательно, так долго запрягаете. Нет, надо танцевать. А то наши девушки смущаются. Они думают, что вы из криминальной полиции. Вы пойдите, пригласите вон ту тоненькую шатенку. Вы только посмотрите, не столько шарма, столько грации. Ее надо показать людям. Танцуем, друзья, танцуем. Я была права. Вот видите, после вас ее кинулись приглашать сразу двое. Я угадываю будущее. Иногда это даже скучно. Я налью вам, я вас угощаю, земляк. Почему земляк? Очень просто. Вы мягко говорите литеру «Г». Вы родились на Украине. Что вы так удивленно на меня смотрите? Барменша в самом сердце пестрой маленькой Европы должна различать не только языки, но и оттенки языков. Нет, я не этому удивляюсь. Чем же? Что мадам Капице родилась на Украине? Ах, мой золотой, мой курносый славянин! Как ты похож на того лейтенанта, который два раза приезжал в Венгрию, чтобы просить мою руку и отдать свое сердце. Так это говорится по-русски. Я, когда тебя увидела, у меня дыхание остановилось. Думаю, неужели четверть века крутанулась назад? Так можно сказать. И он снова пришел. И я снова молодая. Какие сумасшедшие ветры дули в мире. Меня несло, как песчинку, и миллионы людей несло, как песчинки. Но мы ведь не песчинки, мы живые люди. Мы страдали, любили. И нам не нужны были эти бури из черного пепла. И вам они не нужны. Так откуда же они взялись? Тебе не стоит домой провожать эту тоненькую, из этого добра не будет. Ты лучше пойди пригласи вон ту высокую с открытой спиной. Она постарше этой мелюзги, она не будет дергаться и смущать тебя. А я пока приготовлю пшеры для своих постоянных клиентов. Сейчас они, чтобы остынуть, будут подходить к стойке. Танцуем, друзья, танцуем. Bonjour, monsieur Pierre. Comment ça va? C'est bon. Merci.
как тебе с этой девушкой? Чудесно? И с этой чудесно, и с этой чудесно. Мы не можем понять даже такую простую вещь, кто нам больше подходит в жизни. А я? Что я? Я одну жизнь прожила, я 1000 жизней прожила. Попробуй этот коктейль, очень экзотический вкус, я угощаю. Что ты привык сам угощать женщин? Я знаю, ты не сердись. Я никогда тебя не видела, но я все про тебя знаю. Я скажу тебе лучше, чем любая цыганка. Эта девушка твоя судьба. Ни с кем на свете тебе не было бы так хорошо, как с нею. Она приняла бы твою жизнь как свою. И вы дожили бы до самой старости вместе. Но этого никогда не будет. Потому что мы живем в таком мире, которым не умеем управлять. Он управляет нами. Нас гонит ветер. Мы летим вместе с ним, вслед за ним. Но только бы этот ветер не стал черной бурей. И учти, я для тебя сейчас не женщина, я землячка. Я родилась под Киевом, в Дарнице. Семья у меня была самая хорошая на свете. Папа был матрос, потом работал шофером. Мама была совсем молоденькой учительницей, когда папа спас ее от махновцев. С тех пор она уже всегда сидела дома, родила ему 4 дочерей. А когда маме и папе было 40 лет, появилась я. Как подарок. Я была самая маленькая в семье, меня все очень любили. Мама любила петь, любила музыку. Мама была нервная, темпераментная. Сказала, да, значит, да, темперамент у меня от нее. Но что-то самое главное у меня все-таки от отца. Я уж не знаю, может быть, сила, хохлядское упорство. Ведь он очень большой воз тащил. Такую нервную жену и еще 5 дочек. И со всеми был ровный, ласковый. Обидно мне сейчас. Я его так любила, готова умереть была за него. А виделись мы с ним редко. Мама решила сделать из меня музыкантшу. Привезли на подводе пианино. Я первые дни играла, била по клавишам, потом надоела. Но мама, не пошалеешь. Все-таки она сделала из меня музыкантшу. Я даже вальс номер 3 Шопена с листа играла. Ой, Иисус Марио, как хорошо мы жили. Чисто, светло, без долгов, без пьянства. Семья у нас была громадная, все двоюродные братья, сестры, дяди, тети. Папа больше всех меня любил. Он меня называл наш подарочек. Это было еще до войны. Он взялся за сердце, сказал, доченька моя, и умер. Какие похороны были. Вся Дарница за гробом шла, все его очень уважали, все его очень любили. Сестры мои вскоре разлетелись кто куда, и остались мы с мамой. Мама, моя мама. Боже мой, какая она была строгой, как она на меня ругалась. Я сердилась на нее, я ж не понимала, что она добра мне хотела. Но училась я хорошо, потому что мама была строгая. А секреты все свои я, бывало, папе рассказывала. Потому что мама чуть что, где мой ремень? И по заднице. И вот пришла война. Мы проснулись от грохота. Я думала, что это гроза, но нет. Это рвались бомбы. В то время песня вышла. Сейчас ее, наверное, никто не знает. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. Не знаете такую песню? Волосы у меня были длинные, пришлось отрезать. Мыть было нечем, мыло исчезло. Знакомые меня даже сначала и не узнавали. Но все-таки мы с мамой жили лучше, чем в самом Киеве. У нас был огородик, и было нам что есть. И вот, когда отгрохотали пушки, в город вошли немцы. Нас с мамой они не трогали, потому что мама была совсем старенькая, я была совсем девчонкой. И вот вышел приказ, что всех будут отправлять в Германию на работу. Мы перепугались с мамой до смерти. Она так сильно плакала, и я тогда поняла. Ну, конечно, она меня любит. Доченька моя, мне нужно тебя от плена спасти. Пойдешь работать на Дарницкий вагонный ремонтный завод. Там всегда рабочие руки нужны.
Ну, что делать? Устроилась на Дарнинский вагоноремонтный завод. Мыла и чистила под погрузку готовые вагоны. Работала по 12 часов с 6 до 6. Получила Ausweis, паспорт, значит, чтобы в Германию меня не угоняли. Получала паёк, марки, сахар, хлеб. Приходила домой усталая, а мама сильно плакала. Ей было очень обидно. Ну как же, единственный ребенок остался избалованный, которого подарочком называли, и вынужден зарабатывать на питание себе и ей. А мама в то время уже не работала, у нее очень сильно руки болели. Молоко ведь на базаре никто не проверял. Вот она и променяла сахар на бруцеллезное молоко и заболела. Так и жили. И вот обратили на меня внимание ребята постарше. Они тоже работали на Дарнинском вагоноремонтном заводе. Они подошли ко мне и спросили: «Ванда, ты советскую власть помнишь?» Я говорю: «Помню, а что?» «А на работе за тобой следят?» «Иногда следят, иногда нет, а приемку вагонов всегда делают аккуратно». «Ну что ж ты, Ванда, в школе училась, похвальные грамоты собирала. Физику помнишь? Смекай насчет трения в буксах». Ну, я и смекала. А дальше больше они мне доверили, и я так во вкус вошла. Мне потом даже Яша Кузнец сказал: «Ванда, ты сильно варежку не разевай, очень немцы на нас разозлились, провокаторов заслали. Слушай только меня и Витю Вилюсова». Вот ведь сколько лет прошло, я фамилию до сих пор помню. В общем, мы большой вред фашисту сделали. И я много напортила, ну так, по-умному, чтобы вагон вышел из строя далеко позади завода. Но все равно случилась беда. Взорвался бронепоезд, который вышел с нашего завода. Я, конечно, ничего об этом не знала, не моего ума это было дело. Но я думаю, что в то время хорошо ребята работали на заводе, так как в кинофильме «Молодая гвардия». Я этот фильм видела здесь, у нас уже, в Венгрии. И так я плакала. Мы были такие же, отчаянные, молоденькие, как те ребята. Но я ничего о наших подпольщиках не знала, я и знать не могла. Я видела, что мне доверяют, и все. И вот на утро пошли полицаи по домам всех подозрительных забирать. Забрали и меня. Посадили в тюрьму около памятника Богдану Хмельницкому. Ну, это не тюрьма была, подвал такой. Мама моя на колени стояла, какую-то шубенку им предлагала. Они толкнули ее и забрали меня. Но я не работала на бронепоезде, меня через 2 дня выпустили. «Иди, — говорят, — работай. Если что заметишь, скажи бригадиру, большой паёк будет. А если мы что заметим, отправим тебя на виселицу». «Поняла?» «Поняла, — говорю». И вот я прихожу домой, я вся завшивела, мне хочется поскорее помыться, переодеться. А моей мамы дома нет. Соседи говорят, что она бегает по всему городу, заглядывает во все немецкие фургоны, везде меня ищет. Потом прибежала, все рыдает и рыдает, все слезами меня облила. Тогда шли расстрелы в Бабьем Яру. И она думала, что меня туда увезли. Вы знаете, что такое эти расстрелы в Бабьем Яру? Знаете, читали. И вы можете объяснить, почему тысячи людей, которых вели на смерть, они же все знали, что их ведут на смерть. Почему они не бросились на свою охрану? Ну, конечно, многие бы погибли, но ведь еще больше бы осталось в живых. Мы много знаем, мы много читаем, мы все понимаем. Но не можем объяснить, почему люди, как бараны, покорно идут на бойню. А между тем, мне исполнилось 17 лет, как вон той твоей тоненькой. Но я не была похожа на пугливую газель. Я в свои 17 лет была рослая, крупная девчина, не только сверстники заглядывались на меня. И вот однажды я прихожу с работы, усталая, а мама мне говорит: «Ванда, сыграй что-нибудь». «О, мама моя, мама». Ну, хорошо. Я села, я начала играть. И только я закончила, слышу за окном аплодисменты.
Я выглядываю и вижу, стоят офицеры в мундирах. У меня сердце сразу задохнулось, не то от ненависти, не то от страха. Смотрят на меня, думают, что им от меня нужно. Я уже в тюремной камере побывала, знаю такое удовольствие. Потом пригляделась, да то ж венгры. Они хоть и были союзниками немцев, но обращались с нами лучше, чем немцы. Многие из них ненавидели гитлеровцев, угоняли у них машины, продавали продовольствие. В общем, не спешили выполнять их приказы. Ну, я тогда смелела и спрашиваю, мейр Тапшулак, почему аплодисменты? А один на меня смотрит, и глаза у него как звезды мерцают. Извините, мы завтра заступаем на пост. Там много партизан, наверное, не все из нас вернутся. Так нельзя ли нам перед смертью послушать что-нибудь венгерское? И смотрит на меня. А я вижу лицо, глаза его прекрасные, а форму как будто уже отдельно от него. И думаю, ну, Ванда, пропала. Но виду не подаю и отвечаю, как положено хорошей хозяйке. Вы извините, у нас не прибрано, а вы приходите через час, я вам сыграю, вы споете. Они посмотрели на часы и сказали, обязательно придем. Откозыряли и ушли. А я заметалась по комнате, что делать? И бегом к Яше кузнецу. Прибежала, говорю, Яша, выйди на минутку. Он вышел и говорит, что с тобой, у тебя лицо опрокинулось. Яша, вдруг это провокаторы? Вряд ли. Ты поговори с ними. Узнай невзначай, на какой пост их назначают. Я незаметно их рассмотрю, потом обсудим. Беги. Я прибежала домой. Короче, через час пришел этот офицер. Он один пришел. Сказал, что зовут его Дюла. Принес хлеба, увидел, что у мамы руки болят. Сказал, что если нужно, он покажет врачу, достанет лекарства. Он был офицер, как капитан по-советскому. Ну, что делать? Мы немножко поговорили. Потом я села за инструмент, начала играть. Он запел. Потом сам сел за инструмент. А я стояла, я ничего не понимала, что со мной. Я смотрела на его прекрасные пальцы, которые бегали по клавишам, и думала, хочу, чтобы эти руки гладили мои волосы, которые снова отросли и были цвета спелого жита, чтобы они текли у него между пальцами. Я не могла на него смотреть, и когда наши взгляды встречались, у меня внутри все обмирало, и я не могла дышать. Ну, тогда я спросила у него, на какой пост их ставят. Он грустно улыбнулся и сказал, что настоящий офицер этого никогда никому не скажет, даже если он потеряет голову, как он сегодня ее потерял. На прощание он мне поцеловал руку. Мне до этого никто никогда не целовал руки. Меня словно током обожгло. Я плохо спала ночь. А на утро пришел денщик, привел врача. Мама моя говорит, ой, Ванда, что будет, что будет? Я говорю, мама, ничего не бойся. И Яша сказал, он не провокатор. И прошло еще какое-то время, и я поняла, что этот офицер, он стыдится своей жизни и тянется к нам. И он понимает, что партизаны будут совершенно правы, если захотят его убить. Но он был офицер и слушался приказа. И шел навстречу своей судьбе. А что мы знаем про свою судьбу? Разве могла я думать, что из-за маминого ремня, который развил мой музыкальный слух, я встречу своего суженого, и моя жизнь круто и навсегда перевернется? Так скажите мне, как это устроен наш мир? Что я, которая своими руками портила немецкую технику, из-за чего, наверное, не один враг нашел свою погибель, я отворила сердце завоевателю и пожалела его, что он пойдет на пост, где много партизан, которые могут его убить. Не знаете? И этого никто не знает. Ну, что же нам делать, а? Нам ничего не остается делать, как танцевать. Танцуем, друзья, танцуем. Танцуем. We'll be right back.
работала на заводе до последнего дня. Мама чувствовала, что пора уходить. Она говорила, давай уйдем к Вячеславу Павловичу. Вячеслав Павлович, это был ее преподаватель музыки. Он с его длинными белыми волосами был похож на Листа. Они часто вместе играли Аиду. Он не был женат. Но куда же я могла уйти, если я верила, что я еще раз должна увидеть своего венгерца? И вот 23 сентября 1943 года выходит немецкий приказ. Всем жителям покинуть город Киев, взять с собой самое необходимое, остальное бросить. Что же это будет, думаю, уже не мама, а я, а девчонка решаю. Мама говорит, доченька, я старая, мне скоро умирать, мне тебя надо спасти. Нет, мама, я тебя не брошу, никуда я без тебя не уйду, ты куда нам идти? А сама думаю, да неужели я больше не увижу эти глаза, как звезды? Вот скажите мне, что сильнее, страх смерти или любовь? 23-е. Раннее утро. Мы с мамой сидим, вещи не собираем. Пропадать так пропадать. Мама мне говорит, доченька, сыграй что-нибудь из Аиды. Хорошо, я села, играю. Мама рядышком сидит, плачет. И вдруг в дверь раздался стук. Такой резкий, сильный. Я даже не подумала, что немцы. Он! Открывается дверь. Стоят пятеро венгерских солдат. На улице вижу грузовик. Ванда, скоро здесь будет большое сражение. Надо немедленно уезжать. Вы с ума сошли? Я не могу бросить больную мать. Мама вдруг говорит, доченька моя, ты поезжай с ним. Я старая, мне скоро умирать. Он тебя спасет. Нет, я без мамы никуда не поеду. Ванда, немцы уже идут по улице. Через 10 минут эти дома все будут взрывать. Нет, я без мамы не поеду. И вдруг мама тихонько так говорит, доченька моя, вы отвезете меня к Вячеславу Павловичу. Я всю жизнь любила этого человека и была верна твоему отцу, а сейчас я хочу умереть около него. Что вы на меня смотрите? Вы, наверное, думаете, почему же я не попросила этого венгерца довести меня до того же Вячеслава Павловича? Да потому что было мне 17 лет. Потому что явился этот офицер, как из сказки, в тот самый момент, когда я ждала смерти неминуемой. Да потому что я очень любила своего отца. И я не хотела видеть человека, которого всю жизнь тайно любила моя мать. А мама мне сказала, поезжай с ним, он тебя спасет. И тут зачем-то солдаты потащили на улицу у пианино. И вдруг я слышу на улице ругань, грохот, вбегает немецкий эфрейтор. Никто ничего не имеет права вывозить за нарушение расстрел. Дьола говорит, как ты смеешь так разговаривать с венгерским офицером. И тут немец срывает с шеи автомат и кричит, я пока держу тебе, мадьярская свинья. Дьола бьет его ногой в живот, как коршун кидается к автомату. Они покатились. Мы стоим с мамой, как безумные смотрим на все это. И вдруг я вижу, как Дьолу начинает душить фашист. И тогда я схватила папину пепельницу каменную и так ударила немца по голове пепельницей, что она у меня в руках разломалась. Он отпустил Дьюлу. Дьюла схватил автомат и прижал немцу горло так и держал до тех пор, пока тот не вытянулся. Потом Дьюла встал и сказал, какое ужасное. Мы посадили маму в машину, сами сели в кузов и поехали. Мы привезли маму к Вячеславу Павловичу. Они долго стояли и смотрели друг на друга. Потом я подошла к маме, обняла ее. Она только смотрела на меня. Тут что-то закричали по-венгерски солдаты, замахали руками. К маме подошел мой офицер, поклонился ей и потащил меня в машину. А мама моя стояла и молча смотрела на меня. И больше ее я никогда
Я сейчас выпью, друзья мои, хоть мне нельзя пить на работе. А вы не пейте, вы молчите. Мерил Бесселте, Мерил Бесселте. Какая паника была. Бежит женщина с пустым футляром от машины. Кругом кричат дети, плачут женщины. Раздается взрыв за взрывом. Немцы начали разрушать Киев, а мы мчимся. Куда же ты, я, украинская девчонка Ванда Кахановская, мчусь с 5 оккупантами в грузовичке? Какой ветер несет меня на своих крыльях? Бог великий, сделай так, что больше не дули такие ветры. Но нет Бога на нашей земле. Иначе бы он не допустил такие потоки невинной крови. Дорогие друзья, мы продолжаем наш вечер. Ванда Кахановская прощается с вами. Дорогие мои русские друзья, мне очень хочется, чтобы вы у нас хорошо отдохнули. Ласково просим, а заходьте до нас, мои дружи. Капитан Сони Рухот на Циру Баркбан, Лад Хатюнок от Вендигюр, Йокед Витеш Келемеш Сора Казашт Киван. Висен Ладыша Йойсакат, Висен Ладыша Аминьен Йот. До свидания. Всего доброго. До свидания. Здравствуй, мой сероглазый славянин. Я рада тебя видеть. Ты сегодня один пришел. Почему не танцуешь? Ты посмотри, какие у нас девушки. Надо танцевать. Мурашунка, веселись. Терена, не пируй, не пируй. Ты посмотри, как они на тебя смотрят. Танцы. Земляк, сидишь, бокал крутишь, на меня смотришь, ждешь вторую ночь Шахерезады. Я ведь видела, как ты слушаешь, потому и рассказываю тебе. Жди меня, я сейчас к тебе приду.
Ну что? Едем мы на грузовичке дальше. Привозит он меня в свою часть, выводит за руку и говорит всем: это моя суженая, она спасла мне жизнь, я на ней женюсь. Ему товарищи говорят: ты что, с ума сошел? Я ему тоже говорю: ты меня спросил, хочу я за тебя замуж или нет? Дюла отвечает: может быть, я и сошел с ума, Ванда. Тут уж ничего не поделаешь. А ты узнаешь меня получше и, надеюсь, полюбишь и сама захочешь за меня замуж. А я его уже без ума любила. И снова мы едем, отступаем. Он пальцем ко мне не притронулся, только прибежит весь черный, в грязи, в дыму, сядет напротив меня и смотрит. И я сама пришла к нему. И было так, будто душа моя взорвалась и разлетелась на мелкие атомы. И Дюла сказал, что теперь можно умирать, потому что самое прекрасное в его жизни было, чего другие люди себе представить не могут. А я ему сказала: нет, Дюла, теперь не надо умирать. Теперь у нас будет любимый сын. И снова мы едем через города, а они все горят. Мы подъезжаем к границе. Я говорю: все, я дальше не поеду. Я буду ждать тебя в Киеве с сыном. После войны ты меня найдешь в Киеве с сыном. Ванда, нас связала судьба огненная. Не бросай меня, я без тебя погибну. Дюла, но из-за меня у тебя будут большие гонения, будут неприятности, будет беда. Я знаю, но я без тебя погибну. Хорошо, едем. Он был начальником венгерской команды, которая состояла из евреев. И хотя он был из помещиков, он со всеми очень хорошо, уважительно обращался. И все его очень любили, все ему доверяли. Немцы думали, что эти евреи все погибнут на Украине, а он их всех сохранил. И вот сажает он меня в фургон с солдатами, укутывает в шинель, и мы едем в Германию. Однажды на ночевке в избу прибегает курьер, подает пакет, а на словах добавляет, что завтра всю свою команду со специальной колонной он должен отправить в Аушвиц. Что такое Аушвиц, знаешь? Освенцим так по-немецки назывался. Муж мой лицом потемнел, все ходил по комнате наискось, шагами ее мерил. Потом куда-то ушел, а я выскользнула и бегом в команду прибежала, растолкала солдат, хольнап, элькудик, он и год Аушвиц был. Сегодня надо спасаться ночью, завтра будет поздно. Они загалдели, не то митинг у них, не то базар. Четверо решили бежать, остальные нет. Сели писать письма, отдали беглецам. А Догмар Нермет на прощание остановился и сказал мне: запомни мой будапештский адрес. Что бы с тобой ни случилось, днем, ночью, с радостью, с горем, приходи, тебя всегда примут как родную. Попрощался и ушел. Адрес: Духат, улица 57. Духат, улица 57. Ну, а на утро, когда построили всю команду для проверки, и четверых не оказалось, немецкий офицер очень кричал на мужа, махал у него перед лицом пистолетом и сказал, что это даром ему не пройдет. И действительно, у мужа потом были большие неприятности. Но когда мы остались вдвоем, я ему все рассказала. Я повинилась перед ним. Он мне ничего не сказал. И вот выходит немецкий приказ. Всех венгерских военных собирают отдельно. Лиц гражданских другой национальности отправляют в лагерь для проверки. Дюла говорит мне: Ванда, если я не выполню приказ, нас расстреляют двоих. По законам военного времени, как шпионов. Давай поклянемся, что сделаем все, чтобы добраться до Будапешта. Не для того мы на крови породнились, чтобы расстаться без следа. Дает мне адрес своей мамы. Еще говорит, что начальник лагеря для проверки, его хороший знакомый, он мне поможет. Но ты понимаешь, что такое расстаться с человеком, который заполнил всю твою душу? 4 дня я прожила в лагере. На утро будет меня солдат, выходи. Я иду, он приводит меня к начальнику лагеря, приятелю моего мужа. Тот говорит: завтра этот лагерь отправляют в Аушвиц, больше ничего не надо объяснять. Вот тебе деньги, выходи, отправляйся другим эшелоном. Если поймают, скажу, сама удрала. Поняла? Поняла. Иди. И я пошла. Мне 17 лет. Я беременна. Всюду проверки. И все-таки я добралась до Будапешта.
Я иду по адресу к маме Дьюлы. Сердце у меня сейчас из горла выскочит. Вдруг я увижу его. Стучу, выглядывая через цепочку женщин. Микены, что нужно. Я спрашиваю, Дьюла здесь? Его нет, ты кто такая? О, Фельшиге, жена. Она через щелочку увидела, что юбка у меня на пупке закругляется. Рассмеялась и сказала, если каждый приличный мужчина будет брать в жены девку, с которой переспал, у него комнат для гарема не хватит. И захлопнула дверь, и повернула ключ. И я как безумная стала колотиться в дверь, тогда она крикнула, иди прочь, шлюха, а не то патруль вызову. Ну а куда мне идти? Я же никого не знаю. Я спросить боюсь, боюсь, что язык меня выдаст. Меня сразу в комендатуру отведут. И тогда я пошла искать Духат улицу 57. Адрес, который на прощание мне Догмар Нермет дал. Ой, Иисус Марио, я никогда не забуду этот адрес. Я нашла. Звоню, открывает мне дверь. Молоденькая такая девчонка, младше меня, наверное, лет 16. Спрашивает, что нужно. А я уже все. У меня уже сил никаких нет. По-венгерски я совсем плохо разговариваю. Отвечаю ей только, я Ванда. А она вдруг кидается в другую комнату и кричит, здесь Ванда, здесь Ванда. И выбегает старая седая женщина, меня обнимает, целует, ведет в комнату. Доченька моя, ты моего сына от плена спасла, вас за это с мужем разлучили. А в комнате тревожно так на меня смотрит, лежит Догмар. Он встал, подошел ко мне и поцеловал мне руку. Это я запомнила, как второй раз в жизни мне мужчина руку поцеловал. Ну, что ты смотришь? Нет, ну, мне целовали руку 1000 раз. Я не знаю, может быть, 10 000 раз. Но я запомнила еще один раз, но это я потом расскажу. Догмар был очень слабый. Мы его потом уложили в кровать, он все лежа со мной разговаривал, все расспрашивал, все я им рассказала, как я добралась, где Дюла. Они меня обули, одели. И осталась я у них жить. Вот Эра. Кёсенэм. Кёсенэм. А на первый, Эра, на первый. И каждый вечер я ходила к дому мужа узнать, не вернулся ли он. А может быть и встретить, если повезет. Баронесса, это мать его, она, видимо, приметила меня из верхнего окна. И вот однажды, когда я стояла за деревьями дома, ко мне подошли двое полицейских, взяли меня за руки, и я оказалась в лагере. И оттуда целую колонну направляю в Германию. А я думаю, нет, я в Германию не поеду, мне нужно удрать. Я ни за что не поеду в Германию. Везут. Я думаю, по дороге удеру. Жду бомбежку. Нет, едем. Вагоны очень плотно задраены. Убежать совершенно невозможно. Я подхожу к конвоиру и говорю, у тебя есть жена? Есть. У тебя есть сестра? Есть. А если твою жену или сестру повезут в лагерь? Он говорит, мне вас всех жалко, но если я кого-нибудь отпущу, меня расстреляют. На остановке я снова подхожу к нему и говорю, можно слезть? Я же в положении, мне нужно в туалет. Я тебя провожу. А женщина мне шепчет, давай, давай, чем ты там дольше задержишься, тем лучше. Я спряталась, заперлась, и уже слышу, паровоз свистит, солдат что-то там покричал, покричал, и вдруг я слышу, он взводит затвор автомата. Я сжалась в угол, забилась в угол, и тут раздался страшный грохот, солдат выпустил очередь. Открыла дверь, вышла, сильно порохом пахло. Состав уже ушел, и я хоть была неверующей комсомолкой, я помолилась за того солдата, чтобы его никакая пуля не тронула. Разве могла я думать? 22 июня, когда началась война, что я буду стоять на перроне польского вокзала и молиться за здоровье немецкого солдата.
Одета я была хорошо. Я вышла на перрон, на меня никто не подумал, что беженка. Смотрю, стоит состав, крытый брезентом. Кругом ходят солдаты. Думаю, куда они едут? На фронт. Нет, мне нужно в большой город. В большом городе лучше спрятаться. В маленьком городе сразу поймут, что чужая. Смотрю, идет навстречу старый, простярый дядька в железнодорожной куртке. Я к нему подхожу, здороваюсь по-польски, день добрый. Он спрашивает, что пани ищет. Я говорю, мне нужно спрятаться в большом городе. Ты с ума сошла, иди за мной, тебя расстреляют. Я иду за ним, он меня приводит в железнодорожную будку. Там сидит пожилая женщина, спрашивает... Ты кто такая? А я сразу. Вы хорошие люди. Иисус Мария, так ты русская. Да, я русская. Сейчас прошел поезд, и я с него сбежала. Женщина говорит, я видела этот поезд. А старик, ее нужно вечером переправить в Краков. Там ей лучше спрятаться. А я как безумна. Сначала в Краков, потом в Будапешт. Сначала в Краков, потом в Будапешт. Мне надо увидеть мужа. Мне надо увидеть мужа. Вот так вот. Уже в двух лагерях побывала, из двух эшелонов сбежала. Ничто меня не учит. Одна мысль раскаленным гвоздем жжет. Как там Дьюла? Ведь он же сказал, без меня погибнет. Мужчины думают, что мир держится на них. Нет. Мир держится на нашей женской силе. Мне старик говорит, сиди тихо, вечером тебя довезем. Хорошо, я сижу тихо, я там сама себе страхи делаю. Вечером он меня подвез. И я сама добралась до Кракова и сразу на вокзал, потому что там начальство венгерское, немецкое. Я сразу к венгерскому. Митахайт, я жена капитана Дьюлы Копеца. Мне нужно обратно в Венгрию. Я жду ребенка, я хочу видеть мужа. Айзера такая. Я ему подаю аусвайс, выписанную в Киеве. Он долго смотрел. Зачем вам нужно в Венгрию? Когда мы с Дьюлой расставались, он был не в себе. Он может угодить под любую пулю. Я должна видеть его. Вы что, поэтому движетесь на верную смерть? Я да. Ну, знаете, я вас не видел, не слышал и не знаю. Потому что если я вас видел, я должен немедленно задержать. Если я этого не сделаю, меня отдадут под трибунал и расстреляют. Вот вам мой совет. Здесь, в Кракове, каждый день облавы. Вы устраиваетесь пока в ресторан, работаете, а там решите, что делать. Хорошо. Я иду в ресторан, встречает меня интересный такой полик из Варшавы, спрашивает, откуда я, и я говорю, я перешла линию фронта. Он сначала испугался, потом говорит, ничего, нужно помочь, мы поможем. Я позвоню в один маленький отель, чтобы дали койку для новой посудомойки в мансарде. Хорошо? Хорошо, я лечу как на крыльях. Я сделала судьбу, да ты и сам подумай. Ну, сколько хороших людей мне встретилось на моем пути. И начальник лагеря для проверки, и солдат, который расстрелял крышу в туалете, и старый полик, и венгерский офицер. Они все спасли мою жизнь. Хотя могли их за это обвинить в измене и расстрелять. Ну что, они все были добрые, да? Свекровь моя богоданная, которая полицаев на меня натравила, а я еще раз скажу, чем люди больше богатства имеют, тем они злее. Но в то утро, я пришла в ресторан в очень даже хорошем настроении. Хожу, собираю на тележку грязную посуду, даже песенки какие-то мурлыкаю. И вдруг сразу почувствовала на душе холод. Я еще ничего не понимаю, но я чувствую беда. Я оглядываюсь и вижу, сидят офицеры в мундирах и смотрят на меня. И один из них меня узнал. Он работал на Дарлинском вагоноремонтном заводе. Он очень злой был. Он одного нашего парня даже под виселицу подвел за то, что тот менял шкив на хлеб. И он меня запомнил. Он запомнил, как я на него смотрела, когда он сгонял всех наших и кричал, смотрите, как вешают вора, покусившегося на богатство Великого Рейха. И он меня запомнил, и он меня там гонял, как собаку. А сейчас он даже не доел свою тушеную капусту и вышел. А я вернулась сюда, молю, села на табурет. Вот веришь, фартук развязать не могу.
И в это время ребенок мой в жаркой любви зачатый первый раз толкнул меня ножкой в живот. И тут пришли двое в черном и увезли меня в гестапо. Нельзя было расслабляться. Нельзя верить в судьбу. Судьбу надо делать. Кто такая? Как попала сюда? Ужас. Один только ужас. Холод. Раздевают догола. Каждый шовчик прощупывает. Шутка ли дело? Шпионку поймали. На другой день снова. Кто такая? Русская. Откуда? Из Киева. Как попала сюда? С вашими солдатами. Говори правду. И забьем до смерти. Я стою. Я не знаю, сказать про Кёпец или нет. Вдруг я ему хуже сделаю. Отвечаю. Не имеете права. Я беременна. От кого? От вашего. В камеру ее. Завтра разберемся. Отправляют они меня в камеру. Я всю ночь просидела на нарах. Ребенок о себе напоминает, мол, мама, я с тобой, мама, я с тобой. И на утро Ванда Кахановская, она допрос. Эй, Ду. О, как страшно. Знаешь, ноги у меня подкашиваются, у меня сил совсем никаких нет. И сразу за железной дверью кабинета я слышу звериный вой. Сидит мужчина голый в наклонку на стуле, веревками привязанный. Солдат накаляет клещи и жжет его. А он кричит, но ничего не говорит. Кругом паленым мясом пахнет, кровь разбрызгана. Офицер кричит, что ж ты венгр, а по-венгерски не говоришь, на каком же языке ты говоришь, на русском, немецком, английском, а он ничего не говорит, только воет. Видела, а тебя расспрашивать будем еще получше, не имеете права, я беременна. Срывают с меня костюм, голову привязывают к лавке. Офицер зажигает сигарету, жжет мне плечо. Говори правду, я сказала правду, ребенок от вашего. Солдат берет на гайку, и на пятом ударе у меня уже все... Я обомлела. Унести ее, а мне не встать. Бросили они меня в камеру. А я когда упала на нары, такая у меня злость взяла, такая ярость. Я думаю, эти фашисты, зверье, они здесь из людей быдло делают. Я села, собрала все свои силы, прислонилась к бетонной стене и запала. Пела во всю мощь, а голос у меня был звонкий, сильный. Моя мама незабвенная всегда даже жаловалась, когда я ей школьные новости рассказывала. Говорила, ну ладно, тебя до самой соломинки слышно. И я запела, вся в эту песню ушла. Я не знала, кто в этой тюрьме сидит. И вдруг появились солдаты, схватили меня за руки, потащили меня куда-то в подвал. И все время они меня бьют. А я уворачиваюсь, стараются они мне по лицу попасть. А я пою, они меня бьют, а я пою. Я об одном только думаю, нет. Я не умру, я знаю, что я не умру. Я знаю, что я не умру. Господи, а что я знала? Я когда жила у Догмара, его мама всем на картах гадала, и она сама спросила, а что будет с Вандой? И ответила, вывезут тебя, доченька, и привезут. Верь только, что ты не умрешь. И будет твоя свадьба, и встретишься ты со своим избранником. И вот бросили они меня в подвал, ноги в воде, вода на голову капает, холодно, не сесть, не лечь. А я не верю, что умру, боюсь только за ребенка. Сколько я там пробыла, не знаю. Когда открыли дверь, я выпала мокрая в коридор. Отволокли они меня в камеру. И вот на другой день начинает у меня болеть живот. День болит, я кричу. Ночь болит, я кричу. Еще два дня кричу. А рядом в камере была женщина, врач, ее потом пустили ко мне. Она прибегает, меряет пульс, смотрит живот, относит меня в больницу. Делают операцию. Очнулась я на утро. Рядом спит надзиратель, сторожит меня. И
Плачу я горько. Жаль мне до сердечной боли моего первенца, которого они убили. И думаю я, что никогда больше у меня не будет детей, что все они выжгли йодом. Монашки, медсестры ко мне хорошо относились. Они мне не давали градусники, приносили суп. А когда я стала ходить, меня снова перевели в тюрьму. И вызывает меня тот самый начальник и говорит: мы все про тебя узнали, ты русская шпионка, мы тебя повесим, иди. Так думаю, совсем немножко мне осталось жить. Убили моего ребенка, теперь хотят убить меня. Ну, а если убьют меня, то и дьюла не жилец на этом свете. Нет, если бы мне одной умирать, я бы, наверное, сломалась. Но я верила, что я должна спасти своего любимого, который появился в тот последний час, когда нас с мамой должны были немцы в нашем доме взорвать. И я думаю, нет, я не сдамся. Я буду искать свой шанс. И я решила взять свою судьбу. И судьбу капитана венгерской армии Дьюла Кёпицы, отца моего погибшего ребенка и отца всех моих будущих детей в свои руки. На 9-й день Ванда Кахановская на выход. Я: куда? Выходи без разговоров. Женщины в камере завозились, заплакали. Я повернулась к ним, говорю: будет, девочки, праздник и на нашей улице. Польская еще не сгинела. Приводят меня к начальнику. Он говорит: в эшелон ее. Эзушмарю, хорошо, из эшелона убегу. Везут, убежать совершенно невозможно. Жду бомбежку. Нет, едем. Привозят в лагерь такие громадные ворота. Целый состав туда может войти. Убежать совершенно невозможно. И я верю, что я убегу. И я убежала. Один полик показал мне лаз под проволокой. Потом я была у польских партизан. Они поняли, почему мне нужно обратно в Венгрию. Подожди, говорит, мы тебе поможем. Хорошо, жду. Потом приезжают за мной на какой-то телеге. Едем по лесу, приезжаем к венгерской заставе. Я прощаюсь с поликами. Они мне желают счастья. Тут же меня вызывает венгерский офицер и говорит: мне поляки рассказали, ты прошла через 1000 смертей, тебя убивали в гестапо. Скажи, зачем тебе нужно обратно в Венгрию? Я должна спасти его. Как? Когда мы расставались, Дьюла был не в себе. Он может угодить под любую пулю, я должна быть с ним. А может, он уже убит? Нет. Он не убит, но силы у него совсем кончаются. Он так посмотрел на меня. Дайте мне его будапештский адрес, работайте пока в столовой. И я начинаю работать в столовой. Проходит немножко времени, появляется этот офицер и говорит: пошли. Я иду за ним. Смотрю на его лицо, оно ничего не выражает, белое, как стенка. Я иду, но у меня страха уже никакого не так, только пустая. И одна мысль: да что же это такое, думаю. В Кракове меня в столовой взяли, здесь в столовой. Да неужели для меня такое проклятое место, это столовая? Подходим к двери, он дверь распахивает. Прошу. И вдруг я вижу. Стоит автомобиль. И меряет землю шагами мой Дьюла. Он обернулся, увидел меня. Я когда буду умирать, я это буду вспоминать в свой последний миг. У него глаза были, как у мертвого человека. И вот он увидел меня. И они у него загорелись и сделались, как звезды. И я подумала: все, он будет живой, он будет жить. И мы стояли и смотрели друг на друга. Тут уже и денщик ушел, и офицер ушел. А мы все стояли и стояли. А потом Дьюла сказал: Ванда. И мы поехали.
Ну, что тебе еще раз сказать? В Венгрии зверствуют залыши. Строевых войск мужу не доверяют, командует он хозяйственниками, ремонтниками. Но ни один солдат в этой отдельной части не выдает, что у командира живет русская женщина. Приезжают эсэсы с проверкой. Мне солдаты говорят, сидите тихо. Хорошо, сижу тихо. Эсэсы доходят до нашего дома. Муж говорит, это мой дом. В доме командира не может без шпиона. 250 человек не сказали ни единого слова. Время идет. Муж энергичный. Старается сделать так, чтобы солдаты были далеко позади сражения. Охраняет их от окопов. Время идет. И вот пришел 45-й, и опять с большим пузом юбка к носу лезет. И вот половина села австрийского, половина венгерского. Муж выстраивает своих солдат и говорит, все, я вам больше не начальник. Идите кто куда хочет, салыши пусть сам себя охраняет. Мы прощаемся с солдатами, все нам желают счастья. В какой-то деревушке, Палха, по-моему, нам дали крестьянскую одежду. Мне такой балахон, чтобы пузо прикрыть. Мы садимся в грузовичок и маленькими дорожками движемся к Будапешту. Потом машину пришлось бросить, сильно стреляли, пошли пешком. Да, идем по лесу. И вдруг я слышу, как кричат по-русски. «Давай, баба, проходи быстрее, сейчас из пулемета стрелять будем!» И еще добавляют такие слова, которые мне мама незабвенно слушать не разрешала. Слова насчет того, что война не война, а бабы свое дело туго знают или тяжело знают. Вот я уже забыла, я ничего не понимаю. Слезы мне лицо залили, муж говорит, что он тебе сказал? Я говорю, ничего, давай скорее в лес, сейчас тут бой будет. Ну, отсиделись в лесу, переждали бой, пошли дальше. Дошли до Секеш-Фехервара. И вот тут я все. Не могу дальше идти, буду родить. Мужчины испугались, что делать. Я говорю, ничего не бойтесь. Я выхожу на дорогу, а там полно русских машин. Я останавливаю первую русскую машину и говорю, довезите до Будапешта, а не то рожу на дороге. А сама, хоть и трудно мне, я во все глаза смотрю на наших. Какие они! Я ведь их еще таких не видела в новой форме, с орденами, с погонами, с новым оружием. Ты кто такая? Откуда русский знаешь? Я говорю, потом разберетесь. Довезите, а не то рожу на дороге. Ну, задачка. Ну, ладно, поехали. Так Гагарин потом сказал, поехали. Приехали мы к маме Дьюле. Я-то этот адрес хорошо запомнила. Она увидела меня, не знает, что сказать. Но это не важно. Родила я сына, а все равно вспоминала своего первого. Время идет. Живем мы хорошо, квартирку получили. У меня еще один ребенок в пузе. Дьюла любил меня, он знал, что я как талисман. Потом мужа призывают снова служить в армию, посылают его на границу Венгрии и Чехословакии. Живем хорошо в маленьком городке, и вот однажды приезжает джип. В нем двое. Здравствуйте, садитесь в джип. Я говорю, да нет, если что нужно рассказать, я лучше здесь расскажу, а не то я рожу в джипе. Мы не знали, что ты беременна, вот тебе сахар, шоколад. Спасибо. Зачем вы приехали? Помещики хотят устроить террор. У твоего мужа 200 гектаров земли. Как мы можем ему верить? Он воевал против нас. Я говорю, нет, он против вас не воевал. Он все время уклонялся от боев с русскими. Хорошо, как мы можем это проверить? Ну как? Вот говорю, нам солдаты пишут письма, почитайте. Они взяли письма, почитали. Сказали спасибо и уехали. И вдруг через неделю я получаю посылку, где было все для маленького. Ну, я мужу рассказала, от кого посылка. Он мне говорит, ты правильно поступила, я ни в каком заговоре, ни с какими помещиками не состою. И вообще политикой я не занимаюсь, не мое это дело. И все. И мы хорошо стали жить. Я скоро родила еще одного сына. Я нянчила ребят. Муж служил, солдата его любили. Только одно меня мучило, что я ничего не знаю про своих близких. Но я ждала, что пройдет годик,
Пройдет другое, дети мои немножко подрастут. И я смогу поехать на свою родину, повидать своих близких, поплакать на могиле моего дорогого папочки. Ну, это я так думала. А судьба моя думала совсем по-другому. Вот видишь, сколько же я тебе всего успела рассказать. А это еще не все. Ветры не кончились. Они только затихли ненадолго. А потом поднялась такая буря. Не дай бог вам в нее попасть. Иштван, Иштван напоминает, что пора работать. Я тебя и так совсем замучила своими разговорами. На, яблочко съешь, а я пойду. Köszönöm, hogy rönkhat naci rövárokban, látható önököt vendégül. Ők kedvetes, kellemes szórakozást kíván. Дорогие друзья, вечер наш продолжается. Ванда Кахановская прощается с вами. Всего вам доброго и хорошего. Ну что, мой сероглазый славин, иди потанцуй. Муляшонка, не стесняйся. Ты посмотри, какие у нас девочки. О, Тера. Ой, Тера, Тера. Ты посмотри, что делается. Она уже не скрывая смотрит в твою сторону. До свидания. Ласкаво просим, а заходьте до нас, мои друзья. Висен ладеша ее сакат, висен ладеша минден йод. Летесем, лаводели, да коматот кирек. Любидя, поел погодот, визет никел. Köszönöm, hogy rönkhat nagyszerű barokban, láthat önököt vendégül. Ő kedvetes, kellemes szórakozást kíván. Ó, oh, Marie, bonjour. Comment ça va? C'est bon. Tanzunk. Mulasunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy rúghat nagyszerű barokban, láthat önököt vendégül, jó kedvet és kellemes szórakozást kíván. Ах, Боже мой, ты пришел. Ах, ты мой золотой сероглазый славянин. А я думала, вдруг ты уехал, я думала о тебе. Я очень рада тебя видеть. А где Тереза? Ой, мужчины, мужчины. Сколько в вас показано храбрости. А решать все должны женщины. Вы что же думаете, это вы нас выбираете? Ничего подобного. Это все мы. Это думаете только вы, что вы решаете все на свете. Ничего подобного. Это все мы. И как бы вы смогли жить без нашей женской силы? Ну что, земляк, ты посиди, подожди меня. Я к тебе подойду. Немножко поработаю. Капица, сонный рульхват на циру, барок бан, лад, хаценок от вендигют. Эка две тешки, лимеш, сорок азаш, киван. Танцу юнг.
Ну, слушай. Мой муж работал в кадрах до 48-го года. Ночью за ним приехали в черной машине. Сделали обыск. Забрали все письма и увезли его. За что? Он был честный человек. 6 лет скрывали от меня адрес мужа. Не передавали мне его писем. Ну, наверное, не очень умные люди были тогда в руководстве. А меня выгоняли с одной работы и с другой. Как я накормлю своих сыновей? И тогда я пошла к русским в военторг. Директором был тогда Иван Дуров такой. Я никогда его не забуду. Я прихожу, говорю, я такая, это у меня 2 детей. Мужа забрали, говорят, враг народа, он честный офицер. Какое мне дело до твоего мужа? Тебе надо работать, приходи, что ты умеешь? Я все. Будешь продавщицей в нашем универмаге, военторг называется. И дал мне денег, чтобы я обулась и оделась. Я к тому времени совсем нищая была. К свекрови я своей даже не обращалась. Она ни меня, ни внуков своих знать не хотела. Через полгода он меня перевел в оптовый отдел. Говорит, зарплата у тебя маленькая, совесть большая. Но сейчас у тебя будет большое искушение детей своих в достатке содержать, чтобы они другим детям не завидовали. Лучше я на себя грех возьму. Будешь работать на 2 ставки. Дела убытка не будет, и тебе будет хорошо. Он так в меня поверил, я готова была для него сделать, ну, все. Он когда уезжал в Союз, боже мой, как я рыдала. Он только с виду был такой грозный, а душа у него была добрая, справедливая. И все-таки в 54-м году я выхлопотала мужа. Я собрала подписи всех людей, кому он сделал добро. Он не амнистию получил, а попал под суд. До этого 6 лет он без всякого суда сидел. Я наняла 2 таких адвокатов, которых выгонишь в дверь, а не в окно. И на суде они говорили так, что все плакали. А я сидела и смотрела на Дьюлу. И он смотрел на меня. И я вновь увидела, как глаза у мертвого человека начинают разгораться. Но самый яркий огонь в них так и не зажегся. Его оправдали, выпустили. Я его дома встречала, как короля. Приготовила ужин с шампанским. Вышла ему навстречу с пирогом в руках, поклонилась ему. Он поклонился мне. И все соседи говорили, что нужно поставить памятник русской женщине, которая 6 лет билась за спасение мужа и детей сохранила. Но сам он был молчаливым. О, Тереза пришла. Здравствуй, моя дорогая девочка. Ты правильно сделала, что пришла. Только, к сожалению, даже самые наши правильные решения ничего изменить порой не могут. Мерел Беселте, Мерел Беселте. Как же это было? Приехала свекровь. Внучатам подарков она не привезла, на меня она не смотрела. Она сказала ему, поедем, Дьюла, нам надо с тобой поговорить, тебе нужно отдохнуть. Да я знаю, о чем она с ним говорила. Что новая власть забрала у них все богатство, всю их землю. Что уголовники убивали его в шахтах. И как же он может быть после этого такой безвольной тряпкой жить с русской? И он бросил меня. И я тогда подумала, зачем мне жить? Ну зачем мне жить? Я ради любви к нему покинула родину, мать, сестер, отца, могилу отца своего дорогого. Я пришла невредимая через 1000 смертей только лишь потому, что я любила его. И я верила, что он без меня погибнет. Первого нашего ребенка убили в гестапо. Потом я жила, чтобы вырастить 2 других его сыновей. Он был для меня все.
И вот он прислал адвоката. Да, я жила для него. Но ад, через который я прошла, показал мне мою силу. Хорошо, он бросил меня. Он мне больше не нужен. Я сама человек. Может быть, обугленная половина человека. Я ничего не сказала адвокату, только спросила, где поставить подпись. Свекровь, видимо, рассказывала ему про меня всякие ужасы. И когда я молча расписалась, он сказал, что ему жаль своего доверителя, поклонился и ушел. А я что я? Я осталась сидеть. Позвони мне, я сейчас. И вот 56-й год. Я работаю в фирме овощей и фруктов. И в тот год был везде организован страйк, забастовка. И слышу я выступление по радио, что помещикам нужно отдать земли, капиталистам фабрики, ну, в общем, возродить прошлое. Я слушаю и думаю, что они не знают, что такое война. А по улицам уже ходят хулиганы, разбивают витрины. И случилось так. Напротив нас в Буде был универмаг, а между нашим домом и универмагом площадь. Из крыши универмага стреляли по людям и по окнам. Все жильцы нашего дома с детьми забились в подвал, и сидели мы там, никакого голоса не подавали. И вдруг в дверь прикладами: «Открывайте!» Открываем. Стоят русские, двое солдат и лейтенант. Проверка документов. Кто говорит по-русски? Я. Переведите мужчины, пусть делают дежурство. Охраняют крышу. Не бойтесь, мы по вас стрелять не будем. Откуда знаешь русский? А, из Киева. Я тоже. Откозырял и ушел. И прошло совсем немножко времени. Все стихло. И я поднялась наверх. Я уже не помню зачем. Может быть, детям покушать взять. И вдруг слышу на улице автоматную очередь. Одна, другая. Я не знаю, что меня кинуло. Я выскакиваю во двор и вижу, под деревом лежит раненый лейтенант. Мне нужна помощь. Я послал за отрядом. Ничего, я помогу. Я тащу его в дом, разрезаю сапоги, бинтую ноги. Сама кидаюсь к телефону, говорю по-русски. Приезжайте, здесь ваш раненый лейтенант. На улице! Ад кромешный. Мины воют, снаряды разрываются. Дети, женщины кричат, бегут. Ну, наконец-то, приехала военная машина. И вот когда он со мной прощался, приложил губы к моей руке и сказал: «Буду жив, найду тебя». Это вот в третий раз мне мужчина руку поцеловал. И заметь, я же всем троим жизнь сохранила. Это я только сейчас обратила внимание. Что меня тогда толкнуло к нему? Какая сила? Если умный поймешь, я всегда чем могла и как могла, я родине своей помогала. А этот лейтенант был для меня родина. Он нашел меня. Не знаю, прошло несколько лет. Каким образом нашел, приехал, привез газету «Красная звезда», где было все написано, как я его спасла. Потом еще раз приезжал в Венгрию. Просил выйти за него замуж. Ну, что скрывать. Был он у меня. И счастлива я с ним была, но замуж сказала: не пойду. Почему? Дети у меня венгерцы, не буду им жизнь ломать. Вся жизнь моя состоит из поворотов. Я тебе ведь еще не все, земляк, рассказала. А не сказала я ему тогда, что я живу и жду, что откроются двери, появится на пороге мой дьюла. Мы разошлись, он уехал. Но я все до крошечки про его жизнь знала.
Знала даже, что мама нашла там ему женщину. И не было там счастья, там была одна тоска. И я ждала. Я ждала, что он вернется для детей, для себя, для меня. И глаза его снова станут, как звезды. Вот что я не могла сказать тогда тому лейтенанту. Ну, а сейчас было совсем другое. Я прихожу с работы, а соседи мне так испуганно говорят: «Ванда, тебя искали. Ванда, приходили те, что стреляли с крыши универмага. Они убьют тебя, Ванда. Ты русская. Спасайся, Ванда». Когда мне соседи сказали, что за мной приходили, я поняла все. Мне нужно спасать жизнь моих детей, жизнь моих мальчиков. Я беру своих сыновей, выскакиваю, бежим по улице. Вдруг впереди взрывы. Поворачиваем, бежим в другую сторону. Опять взрывы. Вокзал. Спрячемся там. На площади стрельба, крики, женщины, дети бегут, кричат. Какой-то вагон. Мы забиваемся. Едем. Куда? Когда я искала Дюлу, я объездила и обходила пол Европы. И думала, все, долю свою нашла. И вот мне 29 лет, я мать двоих детей, и снова я попадаю в бурю, и несет меня по другой половине Европы. И вот так я оказалась в Вене. Я никого не знаю. Я захожу в ресторан и говорю официантам: «Можно, дети побудут в тепле, мне нужно пойти в консульство». Хорошо. Я выхожу на улицу, и вдруг встречаю, кого бы вы думали? Ласло. Ласло – это приятель моего мужа. Они вместе были в шахтах. Они все знали, как я за него боролась. И когда они узнали, что он меня покинул, они руки подавать ему перестали. Он мне говорит: «Ванда, вам нельзя оставаться здесь. Вы здесь пропадете от безработицы. Нужно ехать в Париж. В 8 вечера есть поезд. Сидите, ждите меня на вокзале». Хорошо. Я беру детей. Мы сидим на вокзале, ждем. Приходит Ласло, приносит франки, письма, билеты. Мы с ним целуемся, прощаемся. Едем во Францию. Там меня один венгерец еще ведет в отель. Я говорю: «Как я расплачусь? Ничего, заработаете, отдадите». Ну, что делать? Я начинаю детей готовить к школе, чтобы научились по-французски. Сама беру заказы. Кого подстригу, кому платье сошью, кому кофту свяжу. Жизнь всему меня научила. Сама себе рекламу делаю. Как заработать, для меня не проблема. Что делать дальше — проблема. И вот однажды ко мне заявляется француженка. Очень стройная, модно одета. Дает мне визитную карточку. Я читаю: «Монис, журналистка, внизу адрес, телефоны. Мой шеф, мадам Винклер, замужем за американцем, имеет свою газету, миллионерша. Завтра в 11 часов она хотела бы видеть вас у себя дома». Откуда она обо мне знает? Пресса все знает. Вы не волнуйтесь, вы приходите, все будет хорошо. Вы только обязательно приходите. Я думаю, ну что я теряю? У меня будет хоть один лишний шанс. Ровно в 11 я там. Квартира, ну, я только в кинофильмах видела. Мадам, как из парфюмерного салона, вся благоухает, глаза только такие острые, как шильца. Мне о вас много рассказывали, я хочу вам помочь. Я вам дам маленькую квартирку, найду для вас работу. Я говорю: «Почему такая милость?» «Ну, что вы? Ну, мы же женщины, мы должны друг другу помогать. Сейчас я вам помогу, потом вы мне поможете». Я думаю, ладно, у меня нет никакого другого выхода. Дети начинают мои учиться в школе за счет американцев. Я получаю работу в поликлинике. Зарплата у меня, как у французов. Я имею право на переработку. Мадам-миллионерша мне издали помогает, но ни о чем не просит. Забыла совсем сказать. А когда я приехала в Париж, конечно, моя первая дорога была в посольство советское и венгерское. Ну, там меня хорошо встретили, очень подробно обо всем расспрашивали, я им все рассказала. Они мне сказали так: «Спасла мужа — молодец, сохранила детей — молодец. Надумаешь возвращаться — скажешь». Ну и все. Монис, она ко мне приходит, она мне помогает, она со мной разговаривает на все темы, говорит:
Больные так хорошо о вас отзываются, так все вам доверяют. А я говорю, ну я уж такой человек. Я когда приехала во Францию, я слов 10 по-французски знала. А потом начинаю общаться, начинаю разговаривать, и слов становится все больше и больше. Один раз она так со мной поговорила, другой раз поговорила. Потом говорит, вы не хотите на станции, на радио «Свобода» работать? Кем? Диктором. У вас хороший русский язык. Я говорю, в Венгрии есть пословица. Последняя птица та, что гадит в своем гнезде. Ну, и она ушла. А я на следующий день бегом в посольство прибегаю, говорю, помогите мне уехать в Венгрию. Мне больше не нужно здесь оставаться. Хорошо, мы тебе поможем. Через неделю выезжает группа 28 человек, я старшая. Все билеты от Парижа до Будапешта у меня. Приезжаем мы в Вену, билеты объявляют недействительными. Окружают нас какие-то люди, не смейте возвращаться в Венгрию, там вас всех расстреляют. Что делать? Мы стоим, мы не знаем, что делать, у нас ни у кого нет ни шиллинга. Ну, у меня старший сынишка сообразительный, смотрю, уже возвращается с монеткой. Я позвонила в посольство, мне говорят, приезжайте. Я беру машину, приезжаю, там мне дают деньги. Я говорю, как я расплачусь? Вывезешь людей на родину, вот и вся расплата. Хорошо, я возвращаюсь, взяла билеты. Мы этим людям ничего не отвечали, так потихонечку, незаметно. Сели в вагон, слава тебе, Господи, тронулись. Переехали через границу. Будапешт. Я прихожу с детьми домой. Я ничего не хочу. Меня ничто не интересует. Полный упадок сил. Потом меня вызывают, благодарят за мой поступок, спрашивают, что мне нужно. Я говорю, работа. Какая? Мне все равно. Ванда, вы ведь знаете много языков. Пойдете работать в бар. Там часто иностранцы бывают. В бар. В бар? Так в бар. Я всегда среди людей. Ванду все знают, Ванда всех знает. Копится сонный рух на циру барукбан. Лад хотенок от Венди Гюль. Но какие две дышки лимешь сура казаш ткива. Танцуем. Что, мой славянин сероглазый? Как близнец, похожий на того лейтенанта. Прошло много лет, и явился на этот порог мой дюла. И сказал мне, Ванда, я вернулся к тебе. Ты слишком долго возвращался. Дети наши уже выросли. Уходи. И он сидел напротив меня, совсем такой старый, тихий. Никакой огонь в его глазах не разгорался. Сидел, крутил бокал. И я сказала ему, у тебя в руках было чистое золото, ты променял его на медики. А он мне ответил, я знаю. Встал так, сгорбился и ушел. Он ушел, глупец.
Он согласился со мной. Разве так должен был поступить настоящий мужчина? Нет. Настоящий мужчина он был тогда, когда он забрал меня. Хотя весь мир был против нашего безумства. Но мы были счастливы. И он ушел. И я перестала его ждать. Потому что мужчина, который любит, он забрал бы меня. Что бы тут я ему ни говорила. Потом мне звонила свекровь и говорила, что я сделала, зачем я вас разлучила. А я ей ответила так: вы всех наказали, а Дюлу больше всех. И она стала просить, чтобы мои мальчики приехали пожить у нее на лето. Но мои мальчики не захотели. Мальчики. У меня такие мальчики. Они мне говорят: мама, ну выходи ты замуж. Замуж. За кого замуж? Мне что, мужчина нужен? Мне опора в жизни нужна. Чтобы мне было поговорить с кем, чтобы мои мысли были ему своими, а его мысли были мне родными. А женщина, она может и согнуть, и распрямить мужчину. А я после Дюла не встречала такого мужчины, с кем бы я могла быть 24 часа в одной комнате. Но это я сама виновата. Нет, ну, приходил тут ко мне один. Ну, правда, уже старичок. Ну, что делать? Время идет. Уговаривала с ним поехать в Австрию. Кстати, этот старичок удивительным даром обладал. Вот если полиция не знает, где спрятан убитый, а старичок знает, он все видит и понимает. Ну, наверное, наука этого еще объяснить не может. И вот он меня уговаривал уехать с ним в Австрию. Мы, говорит, с тобой откроем там бюро прогнозов и советов. Ты так хорошо понимаешь людей, мне с тобой легко будет работать. Нет. На Запад я не поеду. Там хорошо в ресторан или в магазин сходить, если денег много. А жить там... Там каждый только за себя. Я этим уже нажилась по горло, знаю. Ну что, мой земляк сероглазый, сейчас я тебе скажу самое главное, и мы будем прощаться. Будущим летом я повезу моего младшего сына на мою родину. Я там припаду к могиле моего папы. Это его дед. Я наконец-то выплачусь над моей мамой, которую без меня опустили в сырую землю. Это его бабушка. А потом мы с ним пойдем от одной моей сестры к другой. И у всех у них есть дети. Ты представляешь, что такое сразу получить 10 братьев, 10 сестер, еще целый кагал всяких родственников, шуринов, деверей. Я уже забыла, как они называются. Он увидит мою великую страну, которая спасла мир от черной бури. И даже сейчас, как скала стоит перед новой бедой, мы отсюда из-за рубежа это видим даже лучше, чем вы. И он мне скажет: мама, давай останемся здесь.
Он мне сам скажет: мама, давай останемся здесь. Это моя мечта — вернуться с сыном на мою родину. И что бы там ни было, мы обязательно вернемся вдвоем. Почему без старшего? Ну, у старшего уже своя жизнь, свои проблемы. Знаешь что, земляк, давай мы с тобой сейчас поднимем бокал за твое счастье, чтобы оно не было таким трудным, каким было у нас. Чтобы у тебя все было хорошо. Чтобы ты был счастливый. Сердце мое открыто для всех вас. Leteszem lábad elé, de kamatot kérek.